Томсо, чуть с опозданием, но 12 октября 1492 года, чтобы навредить России, мерзавец Христофор Колумб открыл Америку. Если бы не открыл, так и жили дальше без богомерзкой Америки. Позор Колумбу, позор. Гойда! Не, ну он реально, конечно, мину заложил еще тогда. Все вот эти проблемы сегодня, подъезды в ужасном состоянии в России, все это из-за того, что Колумб в свое время открыл Америку.